Так, еще вопросы. Что, не совсем понимаю. Был ли конфликт с Сашей в «Ангелах Плющенко»? О. Да нет, мы вполне нормально общались, но тренировались на разных льдах, так как мы тренировались в разных группах. Вот следующий вопрос. Читала ли ты когда-то фанфики о себе? Ой, да, фигбук, это вообще просто, это что-то нечто. Что это такое? Я даже не слышала. Фигбук — это такая страничка с фанфиками, где куча-куча разных фанфиков на разные темы. И то есть как можно прочитать, там, грубо говоря, фанфики по Драмионе, то есть, да, это там Гарри Поттер. Также можно про фигурное катание. Вообще абсолютно про все люди пишут. И иногда просто читаешь и думаешь, боже, как вообще фантазии хватило до такого додуматься? Ну что это за кошмар? Ну давай самое яркое, вот что запомнилось. У вас радио прикроют. Тогда серьезно? Что, ну хорошо, давай что-нибудь более спокойное тогда, чтобы нас не прикрыли. Ну там в основном какие-то такие фанфики про взаимоотношения в команде, скажем так, да? Ну, то есть, как это может быть как в одной команде, так вообще абсолютно из разных кусочков мира собрали людей и такие, все, теперь вы вместе. Боже мой. В основном там как шиперят просто людей. И с кем шиперили тебя? Столько в разных вариантов. Вообще. Господи. Были ли какие-то негативные отношения к... Не совсем понимаю. Наверное, как раз-таки вот к тому шиперению внутри Хрустального или других групп. Как к этому там относились? Ну, мне кажется, что тут речь как раз-таки вот о Трусова, Щербакова, Косторная. Может быть, об этом речь? Вот эта аббревиатура. Вот аббревиатура.